Давайте так, кого первого зафармит, тут лохан. Так интересно. Момента море, да ты серьезно? Я теперь понял, да, почему один. Он сказал бесполезно пилить кирихи. Не-не-не-не, я имбонитовы не беру, я в очень редких случаях беру. Их и так, блядь, 8 штук, куда меньше-то, блядь. На трапере мне похер, мне трапер уже не интересен, блядь. Просто на нем просто можно изи за 2, за 3 минуты просто сделать минус 4, вообще просто ни о чем, блядь. Любой карте? Да, я считаю его самым слабым, для себя. Кого? Трапера. О, буйное отделение, вообще отлично. Как же я люблю эту карту, блядь. Ну, вы все узнали, да? Алло, бабай, кто там крюк пилит? У него момента море, если чё. Ну, плевай сейчас на крюки. Просто вообще нету в крюках. Кто тут дышит? Ой, зайка, я ж тебя слышу. Бабай. Бабай. Гершу не узнаешь, да? Не надо, не надо. Ай-яй-яй-яй-яй. А слышь, а че за херь это? Кстати, это херня, короче, я, блядь, лечу как хер, блядь, угорелый, блядь. О, блядь, не парты, ребята. Так, вот я сейчас ошибку слышу. Бабай, как ты стример, блядь, я тебе отдаю просто почесть, блядь. Да, что его. Блин, че у меня мышка подвисает? Периодически. Сейчас-то уже надо. Че так просто-то? О, что? Иди сюда ко мне, кто там идет? Мэг, налево. Давайте заводите уже все. Да. Ой, и кто-то там, еще один, Джейк Парк, или кто-то там. Тоже. Флоренс, давай к нам. Он от меня ушел. Вот впереди. Все, я замансил. Я очень крутой. Да ты что, я тебя слышу до сих пор, прикинь. Да слышь, пожалуйста, можешь слышать как угодно. Вот да, я завожу денег, например. О, что за наглость. Ой, что за кровопила прошла мимо меня? Никто не знает. Я сейчас геник заведу, ребят. Да? Вы чё сюда пришли втроём? Вы чё, так гоните геник, что ли? Так геник завести надо. Вот если он меня сейчас зафармит, ребят, это будете мне надо. Да не зафейлит, на это не я не запилю вас в доме вообще никак. Ну да, забудем. Ну да, кровавый хилибили. Мне страшно. Кровавый хилибили играть. Ну, я вообще смотрю в стены. Воу, я даже спуститься не могу. Воу. Ай-яй-яй. Сука, почему именно эта карта, блядь? Я реванш беру, ребят. Он рядом.
Ай. Опа! Ну блин! Опа. Блин, она вылетела. Ежи! Привет! Как у тебя дела? Нормально вроде. Да не, я не смогу здесь. Ой! Пока, Билли, пока-пока. Бабник до сих пор на балконе. Я отсюда не уйду никуда. Все в дом, блядь, все. Или пока-пока. User entered your channel. Билли меня покинул. А чё, Бабай убежал, что ли? А, я вон. Здесь бегаю. Я вижу тебя, я вижу. Так. Ку-ку. Сирен, зачем шкафчик, а зачем? Чё, нихуя не слышал вообще. Я шкафу сижу, зачем ты это делаешь? Да, зачем? Да давай съебывать. Так, кулачу я открыл. Бля, я вот сейчас зашёл, заебись. Просто, всё открыто. Нет! Нет! Уии, карты сверкают. Бабайка для меня остался. Я тебя жду. Ой, выхода. Выходе ждет, нормально ждет. Нормально там играем, мы смотрим. Ага. Угу. Дождик. Изи катка. Ладно, так шутим. Нет, я боюсь тебя. Давай я его заберу. Ну это карта, да. Конечно, такая. Ничего тут не. Да нет, я тебе могу сразу сказать, что я на этой карте не алё. Да нет, на этой карте нормально там. Там это он меня играет. Нет, там на этой карте на самом деле, вот реально можно только, наверное, медсестрой и траппером зафармить нормально так. А призраком и пилой сложно. Нет, призраком. Я на призраке могу на ней, на пиле нет. Опять ты создаешь карту? Да. Ребят, давай. Слушайте, а давайте поделимся на 3 на 3, потому что там Ирка еще хочет играть. Мы можем по 3 человека разделиться и все. Я, так, у нас 5, я сейчас ухожу. А, 5? Я уже все, у меня уже 5 утра, я уже не могу. Ну так иду спать. Все, я спать хочу. Так иди, давай, спокойной ночи. Давайте, спокойной ночи. Давай. О, а давай. Куда ушли-то? Так, не приглашай нас. Я спать, до свидания. Ир, заходи. Ой, не того, не того. А, я могу давайте. Ну, сейчас Ира тогда придет за место Кирилла. Я уже принял. Ну-ка, Ира, а чё мне идет сюда? Она же, по-моему, с нами играла, потому что Ира уже. Я взял топ итом, чтобы это убегать. Фонарик есть, все есть, хорошо. А чё у нас теперь это? Опять отвалилась, что ли, Алена? Алена? Ира, Алена. Рэй. Здравствуйте. Привет. Здравствуйте. Привет. Я даже вырежу эту катку на YouTube отдельно. Здравствуйте. Кого еще ждет? Ну, вроде Алена, нет, походу она отвалилась. Отвалилась. Сейчас зайдет. Опять у нее интернет что-то глючит.
Пока перки в случае взять. Пойдем пока, пока она загрузится. А, просто сыграть. Давайте. Да, чё ж, мы же приватные. Ну сейчас. Возьму перк, воровское чувство. Нормально. Ладно. Вы издеваетесь, да? Я понял все, блядь. Ну я не брал это. Да я понял, блядь. Да сейчас смог какая-нибудь ебаная, блядь. Не знаю, я взял поместье. Крутоспен, блядь. Наоборот, поместье для тебя нормально, если лесная пушка выпадет, твоя карта. Не, на пиле там, ну хуй, там 50 на 50, там бывает заходит, бывает нет. Там в доме это глючит, я ебать, я не знаю, как мудак бегает там в доме, блядь, на пиле, блядь. Ну, может быть, у него, может, если не потянул нет, по... Запилил ну, уже ну, то есть тяжело, раз, на самом деле, много, стримить, блядь, это же не просто ты включил все, это надо там разговаривать, отвлекаться, то есть, может, его слишком сильно отвлекал, а может быть, топ-мансы, понимаешь, вот я стримлю каждый день с 10 до часа. Топ-мансы все дел. Ну, вот он просто график не потянул. Ой, слышь, нет, стой, куда поперло, иди сюда. Ра. Налево, назад, налево. А это завод вот. Нас? Ира. Да. Все вот, мои брать, любимые да. Мансы тут. Комплект. Ну, Ира, что ты делаешь? Ира. Ира. Что? Ты не ломай крюки, иди сюда лучше. Ой, и этот еще. Бабай, назад иди. А, понял, там бегаешь с этим. Че, тут мансы? Там свободно. Он подошел. А, понял. Так, я на топ-мансах. Дубль 2. Понятно. Ну что там это, удачи, всего доброго. Хорошего настроения. Ой, блин, я ошибся. Так, пойдем дальше. Есть генер, нет? Нет. Сейчас следующий у нас идет бабай за маникаем. Да, бабай, ты следующий за манике. Не-не, я вообще не умею играть, меня просто обоссать и все. Как так он это топ-манса? А я знал, что ты так сделаешь. Заводите там, давайте, гений, что-то мало заводите. Я встрял тут! О? Так, меня покинули. Я понял. Давайте один геник заводите и все. Чё ж так пугаешь-то, Димон? Ладно, так уж, и быть, я скину тебе дос, ты можешь сломать их. Тебе нужны доски, нет? Ну на. Ой, нет! Че, думаешь, я тебя потеряю, что ли, блядь? Да.
Отстань, чудовище! На топ-мансе. Ой, промазал. А чё, денег не чинишь? Чиню, чиню. Тут просто это, пробегал. Кот. А что, ты взял? А, нормально. Не-не-не, я знаю, что ты здесь. Давай, Нек. А ведь ты был так близко ко мне, жаль, что доски начал ломать. Чё? Я был за тебя, я не знаю, как за меня видел. Да и знаю, я видел тебя, смысл мне сейчас за тобой бегать и вот потом топ-мансы, блядь. Это не топ-мансы, это обычные доски. Опа, нигерша. Помансил. Ирса там как? Она там сидит. Я открыл ворота. Да? Угу. Ой, Ира, беги! Что, она умирает. Ой, как хорошо. Лоу, это как? Это направо называется. Чего тебе то создает? Не-не-не, реванш, пизду, блять, вас. Не, ну блять, вы затахали реально, блять, со своими топ-мансами, блять. Я их не использовал, я обычно доски беру. В чем? Я не использовал топ-манс, только я чисто. Я знаю, что ты не использовал, блять, бабайка, блять, больше половины сделал из-за вас, блять. Если чё так, блять. Он, блять, минут, ну я не знаю сказать, сколько. Нет, я бы сказал по-другому, это ты меня не... Тебе надо было меня оставить просто и бежать дальше, и все. А ты очень хотел меня зафармить. Да нет, уж я тебя не оставлю, блядь. Так, у кого есть фиолетовое подношение на завод или... Есть. Сейчас все будет. Ну, не факт, что сейчас выпадет завод, может быть, выпадет лесная пушка. Так, я здесь. О. Ребята, нас четверо, может мы все-таки это так поиграем? Ну, нет, реванш. Реванш, подожди, блядь, пизду, пошли вы в пизду, блядь, реванш пока не будет, блядь. Мне это затрахало, блядь, уже вторая катка, блядь, бессмысленная. Не, ну тут просто на самом деле мансы, вот тупо из-за мансов. Да какие? Да, блядь, на том Крокус Пенни-то понятно, блядь, этот доски там прокидывал, блядь. Одну доску прокинул, а да. И сидел, блядь, за ящиком, блядь. Да, в смысле, а чё? Ну хуй мне тебя пилить, ёпта, если я знаю, что остальные ворота побежали открывать, блядь. Ну так ты... А то я тебя не слышал по дыханию, блядь. Ну а чё ты, я же за тебя прям стоял, мог просто ударить. Мне не было смысла тебя пилить, я тебе ещё раз говорю. Мог ударить, дать, мог просто ударить. Ир, коннекси. Нам. Дядь, как я тебя мог ударить, если я побежал туда, блядь, к воротам? А в смысле, ты когда доски ломал, я там за тебя стоял. Я видел, ты еще когда меня фонарем ослепил, я видел, куда ты побежал, блядь. Хоть у меня и Shadowborn стоит, но я все вижу. Точнее, слышу. Ну жмите, погнали, потом пойдем такие катки. Да, я по сути перк думал кое взять. Ладно, пойдет этот. Чем? Перк брал. На невидимость. Чё убрал? Перк на невидимость взял. Ну, фонарик. Я слеплю и убегу. Ой, ферма, поместье, что выпадет? Ферма или поместье? И будет свалка, я тебе говорю. И будет Кратус этот, Пейн или кто-то. Да. А вы хотите смеяться, хотите нет, так и будет, я вам серьезно говорю.
Ладно, нам-то плюс. Я вам говорю серьезно, что это будет, блядь, Кротус Прайм. Если сейчас будет опять то же самое, то я думаю, у Димона там кресло прожжется просто. Да не прожжется оно у меня, блядь. Да не, это я тебе говорю. Ну нет, ферма. Вот тебе преподнесли. Ой, сейчас твоя карта. Сейчас он нам покажет. Короче, сейчас он отомстит. У меня реснички еще. Чего лобби починим, генер? User disconnected from your channel. Кто вышел? Да, это этот вышел. Это Паша ушел. Да. О, бабай, иди дальше ко мне, наискосок иди. Налево поверни. Да, 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 сюда. Я почти дочинил уже. Налево. У него в лачуге, я вижу, вижу. А кто, кто только лачуга есть? У него в лачуге база. Да ладно, а? Он на досках застрял. А нет. Воу, это что было? Ну, это доски. Да ну как это, что это, блядь? Вы там хулиганите? Короче, понятно, инфинити это есть, инфинити, блядь. Ой, меня покинули, вообще. Ааа, я ушел! Ой! Кто гейнер чинить? Ой! Очкую! О, господи, ты тоже в инфинити? Я бы, наверное. Только тут и можно вытащить. Блин! Я не могу просто. Привет, Хьюстон, у нас проблемы. Остался последний генератор. Ай, кнопка, блядь! У тебя адреналин есть? Бывай. Бывай. Адреналин. Да, у него сейчас и адреналин будет, и все, блядь. Ну, хрен. Ну, надеюсь, у тебя есть адреналин. Еще и фейлит себя. Ай-яй-яй. Ой, а я тут. А я тут, а я назад пошел. Да я вижу вас. Блин, у меня кнопка зависла. Бабай. Все, убегайте, убегайте. Ну, у меня мышка там подвисла, можно на стриме посмотреть в один момент. Я не знаю, почему мне надо комп ребутнуть, но мне лень. Ну, ебать, у меня FPS вообще 25, блядь, от силы. Странно. От заманика, ну что то странно, у меня ноутбук, ёпт. Дума, я думал, да, ой, блядь, вот тебе и ой, ёпта, блядь, а тебе не инфинити, ой. Нет, я думал, там, короче, тебе можно перепрыгнуть, а там это... Да не то, что перепрыгнуть, братан, блядь, инфинити и окошки твои, это не то.
Это не то, это не то, блядь. Станет меня. Да не хочу я тебя отставать, блядь. Ладно, пофиг. Давай, что же, вернись. О, давай, и смотри на меня. Смотри, пока. Не пока хочу смотри. Я, смысле? Где сталкер, блядь. Что ты до меня доебался? Где эта писька, блядь, бегает? Ты чё, блядь? Ты, блядь, жмёшь рекавер, что ли, блядь? Хуй тебе, блядь. Да, он рекавер. А, да? Ну ладно. Как там твой дверсталфик бывает? А я вижу. Он меня сбросил. Отпусти. Ой, Хьюст, у нас проблемы, тут ворот, по-моему, открыты. Оп, а я все равно убежал. Давай! Наблюдай. Давай. Все. До ворота, бегите! Ир, ты там как? Нормально, сейчас подбегу к воротам. И только звук. Сейчас подбегу к воротам, блин. Просто палево 80-го. Димон даже ни звука не произносит, он концентрирован на все 100% просто. Нет, ну прикольно, короче. До свидания. Воу, как не разбил. Он... Все. Да ладно. Вот это да. Я вообще не ожидал на этой карте такого. Так, взрыв. Сейчас будет. Да не, нормально все. Почему взрыв, блядь? Че кто создает? Черт, реванш хочешь? Может не, сегодня, наверное, не стоит. Бывают такие плохие дни. Я могу создать, я.